прописана там же, где и живет. Вопрос с почтовым адресом жительницы села Богослово Татьяны Макаровой решен. Причем, как выяснилось, давно. Эту историю мы рассказывали в конце октября, когда к нам обратилась Татьяна Макарова. Женщина утверждала, что прописана по одному адресу, а судя по выписке из Единого госреестра недвижимости, адрес у нее другой. Путаница была и в налоговых уведомлениях. Чтобы разобраться в ситуации, мы направили запрос в Росреестр. Специалисты ответили, что раньше недвижимость Макаровой действительно была зарегистрирована по другому адресу, но после ее обращения в 2016 году в базу данных внесли поправки. То есть уже более 2 лет женщина прописана, зарегистрирована и живет по фактическому адресу. К вашему обращению приложена выписка из ЕГРН, датированная 16 марта 2016 года. На момент предоставления данной выписки Макарова с заявлением о повторной выдаче нового свидетельства о госрегистрации права не обращалась. Заявление о повторной выдаче нового свидетельства о госрегистрации права поступило 27 апреля 2016 года, и 28 апреля 2016 года были внесены изменения в ЕГРН.